ты еще не подписался на телеграм-канал, тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Данали, и сегодня долгожданное видео по прохождению сюжетной части Star Stable Online, который называется у нас «Затишье перед бурей». В последний раз в сюжете, если вы прошли до самого конца, мы потеряли связь со своими друзьями Лизой, Алекс и Анной. Мы остались только с Линдой вдвоем. А еще и миссис Холсфорд с собой утащила ведьму Вала. Так что сегодня будем снимать отдельное видео прохождения на эту часть, на этого куска, потому что все-таки комментарий был на тему того, что вы хотите посмотреть реакцию, мою реакцию на этот сюжет, на это прохождение. Конечно же, TikTok, Launcher, сам SSO, а также мои знакомые скидывали некоторые скрины, но они старались как могли не проспойлерить мне все, что добавилось здесь сегодня. Вот, так что сейчас мы с вами все это пойдем проходить. Так, настройки я все выставила. И поэтому мы отправляемся. Так, нам нужно поехать на ранчо Старшайна, если я ничего не путаю. Там как раз стоит сам Старшайн и Метеор. И с них и начнется данное задание. Так, вот мы на месте. Поехали. Я, кстати, да, я делала запись со своим персонажем воспоминания шестилетней давности. Вот, катаюсь тут в таком старом стиле. Свои первые джинсы, первые кроссовки, моя самая первая кофта дня рождения. Ну да ладно. Так, все, ликуйте, я наконец-то это снимаю. Приветствую, Дарья. Я придумал великолепный способ убить время, пока растет хранитель жизни. Поговори с Лизой, Старшайном и Метеором. Может, тебе нужно напомнить, что произошло? Нет, я все помню. Отлично, тогда сразу перейдем к самому интересному. Попрошу копытную дробь. Ты и весенняя роса приглашены провести день отдыха на ранчо, которое носит мое имя. Я точно не откажусь от дня релаксации. Линда так редко покидает библиотеку, что мне приходится рыскать по округе в поисках съестного. Знаете пекарню «Оливковая роща» в Нью-Хилкрасте? Отличное место, скажу я вам. Гип-гип-ура! Теперь осталось найти нашу мечтательную наездницу Лизу. Где? А, она на ранчо. Ну, поехали, посмотрим. Так и быть, проматывать я не буду. Ну, проматывать я буду только те кусочки, где я просто еду. Просто еду к месту назначения, к заданию. Так, а где Лиза? Лиза у нас вон там вот у дерева. Я ее потеряла. А, она с отцом разговаривает. Привет, Дарья, ты как раз вовремя. Мы с папой закончили все дела на сегодня. Это наша красавица Дотти. Ее подруга Марджери теряет зрение, поэтому ей сложно разглядеть Дотти на пастбище. Лиза нашла отличный выход. Повесить на шею старушки Дотти колокольчик, чтобы подружка всегда могла ее найти. Мы на месте, девочка. А теперь момент истины. А вот и Марджери. Марджери. Мардж. Это Мардж Марджери. С остальным я сам справлюсь, Лизия. Дарья и тебя и так заждалась. Спасибо, пап. Пока, Дотти. Пока, Марджери. Какие имена, это необычно. Я так рада, что вы заехали на ранчо Старшайна. Как говорят в Мексике, Микаса и Сукаса. Ничего себе. Я обещала, что помогу Старшайну устроить день отдыха. Мы вечно куда-то мчимся, спасаем Юрвик. Иногда можно и о себе подумать. Присоединись к Старшайну и Метеору. Хорошо. Едем просто к ним обратно, а то этот колокольчик уже начинает раздражать.
Так, мы вернулись. Так, мы вот вернулись к Метеору и Старшайну. Так. Наконец-то, я уже боялся, что ты не придешь. Кто-то же должен управлять раньше Старшайн. Кстати, мне бы не помешала помощь. Просишь его запачкать копыта и не мечтай. Ладно, за дело. Может, это наш последний шанс отдохнуть перед тем, как хранитель жизни наконец вырастет. Вау! Какой же день отдыха без музыки? Можно взять мое радио, оно где-то в моей комнате. Так, радио. Уход за такой роскошной гривой требует времени и сил, но если мы сделаем большую ванну, я быстро справлюсь со всеми процедурами. Ого, я не думала, что старшая такой чистюля. Так, собери доски. Так, метеор. Что может быть приятнее хруста свежей морковки? Увы, мои копыта не созданы для работы в огороде, поэтому мне понадобится помощь человеческих рук. Помоги метеору вырастить морковь ко дню отдыха. Ребята, а вы немного ли от меня хотите? Так, я... Что я делаю? Отлично, как думаешь, магия, которую ты использовал с хранителем жизни, подействует на морковь? Давай попробуем. Магию на морковь использовать? Тебе не стыдно вообще? Ладно. Похоже, она уже созрела. Собираем морковку. Это вообще-то нечестно. Это мухлёж. Весенняя роса и я хотим угоститься. То есть тебя еще угостить надо, да? Ладно. Кушай. Кушай, роса моя, кушай. Так, и дать морковку метеору. Все, отлично. Ням, объедение. Так, хорошо, мы закончили с метеором. Теперь нам что? Нужно радио из комнаты Лизы. Мы просто бежим сразу и забираем радио. Радио. Так, что еще? Поставить радио и выбрать станцию. Хорошо, сейчас мы найдем радио в твоей комнате. Так, вот оно. Взяли радио. А эту музыку можно там включать точно. Так, бежим по пути, собираем доски. А где доски? Они разбросаны, что ли? О, нет! Ладно. Ладно, ладно. Сейчас мы доски соберем, соберем, соберем. В ванную старшань пойдет, искупается он там, не знаю. Ритм потеряла вообще. Так, все, мы вернулись. Дерево собрали, теперь нужно построить ванную. Вообще-то на тебя одного нужен отдельный душ. Вообще-то, как бы. Ты хочешь ванную? Какого размера будет ванна? Ты в нее не влезешь. Так, и радио. Его подарил Джош, когда я только переехала. Я очень скучала по родным местам, и он купил радио, чтобы я могла включать зарубежные станции. Я неделями слушала только техасский кантри-рок. Пока тебя не было, я решила навестить здесь красоту. Что скажешь? Можешь побыть диджеем. Выбери станцию на свой вкус. Так, ладно, вторая. Что за... Уа!
Я хочу послушать все станции. И четвертая станция, что у нас там? А, нет, знаете, наверное, вторую. Вторую станцию. Вот, вторую станцию. Так, теперь хочу к Старшайну. Не терпится запрыгнуть и начать плескаться в воде. Я бы на твоем месте пошла в речку купаться. О, обожаю эту песню. Все готово, наконец-то можно отдохнуть. Насладись плодами своих трудов. Работать на ранчо не так уж просто. Нужно вставать позаранку, ухаживать за животными. Вечно ходишь в синяках и грязи. При любой погоде, снег за окном или дождь, ранчо должно работать. Оно того стоит. Это мой персонаж, мой персонажик. Это мой персонажик. Звучит здорово. Это правда, много труда, но и награда за него высока. Смотри, какой закат. Давай поищем, откуда лучше видно. Когда я еще не была духовной наездницей, я училась в музыкальной академии. Все ученики были талантливы и полны амбиций, но и не лишены самомнения, если говорить на чистоту. Мы устраивали концерты при любой возможности. Наверняка на Джортуб можно найти наше видео. Некоторые песни записали в студии. Мы даже немного гастролировали. Но я уже не тоскую по той жизни. Быть духовной наездницей, спасать Юрик с лучшими друзьями лучше и представить нельзя. Ладно, хватит обо мне. Что ты любишь делать на Юрвике? Подожди. Путешествовать и исследовать остров, тренироваться вместе с слушателями, развлекаться с друзьями и отдыхать. Ну, как бы тренировки с лошадью для меня это тоже отдых. Путешествие это тоже отдых. Ну, все отдых, это я отдыхаю так. Здесь так приятно гулять, устраивать пикники, любоваться пейзажем. Повезло, что на Юрвике столько мест, где природа не тронута человеком. Это да. Он все-таки залез в бочку. Я думаю, сейчас что-то случится. Старшайн, ты не прогадал с днем отдыха. Он всем нам был нужен. Телефон звонит. Это Линда! Поезжай с Лизой и Старшайном к парому Форт Пинта. Получилось. Хранитель жизни? Ага, он вырос, и портал в лихое перепутье пробудился. Сейчас будем, Дарья, поскакали в Форт Пинта, оттуда поплывем на пароме. У папы есть друзья среди капитанов, еще со времен работы на нефтяной платформе. Думаю, если постараться, я смогу уговорить их доставить нас прямиком на пляж Метели. Где это? Пора закатать рукава. Надо быть готовыми ко всему. А где этот пляж? Форт Пинта. Можно я с халтуры? Я... Знаешь про отсчитывание шагов? Военные так дружно поют, когда маршируют. Все просто. Я что-то пою тебе, а ты поешь в ответ. Забудь на минуту про то, что ты верхом. Опусти поводья, весенняя роса выберет путь. Приходилось слышать мне такое. У наездницы сердце золотое. Отлично, продолжим. Отправились с подругой в путь. Победа наша, не забудь. Отлично, мы скачем на могучих скакунах. И когда не жует листву в кустах, блин, я так хочу это нажать. И перед нами отступает страх. Ха-ха, ладно, теперь начни ты. Помогает магия наверняка. Темным всадницам дать пин... Ка? Лиза. А, то есть мне специально не дали проехать, да, вот этот кусочек? Ну, ладно, сейчас что-нибудь придумаю, схалтурим как-нибудь.
и доедем наконец-то до Форта Форт-Пинта. Я хотела схалтурить и отправиться на коневозке, но пока у меня активное задание, это так не работает. Ладно. Ну, просто это как-то обидно. Раньше на первых уровнях, да, мы специально все бегали, изучали сами, потому что коневозок было открыто мало, и мы бы так лучше запоминали Юрик. Но, игра, я 22 уровень. Можно я просто телепортнусь к себе на ранчо и оттуда уже добегу до автобусной остановки, потому что пункт прибытия именно там, нет? Ну ладно. Так, вот мы на месте, поплыли на пароме. Это называется пляж метели? Весенняя роса останется со Старшайном и Метеором. Мне нужно поговорить с Лизой и Линдой в библиотеке. Так, понятно, это, конечно, замечательно. Текстуры, здравствуйте, у меня тут половина текстур черная. Трава, акустики. Так, теперь долгий путь до девчонок. А, нет, наверное, недолгий, кстати. Вон там уже кружочек, может быть, сейчас и сработает, как только я дойду до лестницы. Да, я думаю, сейчас мы спустимся, и задания сразу заработают. Я на это очень-очень надеюсь. Нет? А, нет, надо вниз все-таки спуститься. Эх. Приверю. Акио. До пульса. Аресту моментум. Репера. Так, вот мы наконец-то добежали. Дайте, покажите мне проход. Он же... Да, вон он, проход. О, наконец-то вы здесь. Сейчас только оставлю закладку и уберу книгу на место. Не представляете, как я вам рада. Обсуди с Линдой план действий. Линда, все хорошо? Ты будто в облаках витаешь. У меня такое стойкое предчувствие. Кажется, это видение. Расскажи, что ты видишь? Почему все вокруг черное? Это как будто у меня перед глазами. Линия между добром и злом стирается. Была ли она вообще? Дарья, боюсь, что твое невольное сотрудничество с темными всадницами нам еще аукнется. Что-то восстанет из недр земли. Что-то, что может поглотить весь Юрвик. Почему-то мне уже не так хочется продолжать нашу миссию. Гарнак восстанет. Сила темных саниц растет. Гарнак восстанет.
Защитники говорят, что этого не произойдет, пока темные всадницы не проведут церемонию света наоборот. Но кто может знать наверняка? Вернемся к тому, зачем я вас вызвала. Хранитель жизни достиг зрелости и пробудил портал, который приведет нас в лихое перепутье. Тогда вперед, чего мы ждем? Нельзя просто так отправиться в лихое перепутье. Это извилистая сеть древних корней, куда уже много веков не ступала нога человека. Нам нужен план. Отправляемся в лихое перепутье без подготовки. Отправляться очень опасно. К счастью, я успела кое-что выведать. Спланирую путешествие вместе с девочками. А где девочки? Девочки, не бросайте меня тут. Пожалуйста. Мне вниз же туда, по-моему, да? Я, конечно, не могу не сказать, но игра постепенно становится вовом. Помнишь карту, которую нашел Миссисипи Джонс? Кажется. Напомни. Во время исследования мы прочитали письмо Миссисипи Джонса. Он написал, что наткнулся на древнюю карту Карту. Миссис Холдсворт нашла ее фрагмент и поняла, что бумага заколдована. Однако без остальной карты обрывок был бесполезен. Так вот, мне удалось найти оставшиеся фрагменты, и когда я их сложила, то обнаружила, что это не просто волшебная карта. Это нечто невероятное. Это схема лихого перепутья. Однако с ней что-то не то, я никак не могу понять, что именно. Она словно безжизненная, ей нужен источник энергии. Логично. Миссисипи писал, что карта получает энергию портала, и если мы их объединим, то пробудим карту жизни. Карту к жизни. Попробуем вместе, если направим магию втроем. Справимся быстрее. Так. Лиза права, нам нужно одновременно задействовать наши силы, и тогда карта соединится с порталом лихого перепутья. Так, а мы сейчас, наверное, где? Мы, наверное, вот тут? Наверное, да. Или нет? Или мы вот тут? Это осень. Так, это осень. Это хранитель древа в Диколесье. Это, наверное, мы. А это где-то в... Так, вот это, наверное, Пандора. Возможно. А вот это где? Выше Серебряной Поляны перед горами? Так, ладно, нажми на кнопку, когда будешь готова начать. Пам. Схема ключ ко всему. Получилось, карта буквально вибрирует у меня в руках. Ой-ой-ой, встань, пожалуйста. Все, больше нам ничего не мешает. Войди в лихое перепутье. Я отправлюсь с карты первой, увидимся на той стороне. Ого, раз и нет ее. Дарья, ты следующая, я прикрою. А, я думала, я следующая шагну. Ладно. Картинки даже нет никакой. Ни Артика, ничего. О, конь. Я представляла, что это место должно быть темным. Ну, под землей темным. Там, я не знаю, ну, не солнечно яркий. Это красиво, это очень красиво, очень. Метеор, как ты здесь оказался? Сам не знаю, что-то потянуло меня в это измерение. Я понял, что понадоблюсь тебе, вот я здесь. И потом у тебя в кармане могут быть вкусняшки. Мы уже не на Юрвике, да? Да, но это и не Пандория.
напоминает место, через которое мы добирались до Пандории. Отчасти Юрвик, отчасти даже не знаю. Мы не тут и не там, где-то между. Тут и разрастается лихое перепутье. А что мне делать? Мне дальше надо? Мне нужно дальше ехать. Здравствуйте. А, это надо обходить, все, извините. Просто вы зелененькие, вроде как жизнь. Но, видимо, извините. Это очень красивое место. В таком окружении чувствуешь себя такой маленькой. Не представляю, когда люди в последний раз ходили здесь. Времени прошло немало. Я чувствую, что лихое перепутье удивилось новым гостям. Кажется, можно услышать далекое эхо наших предшественников. Уф, как все это сложно. Дарья, о чем задумалась? О хранителях жизни. А я вспоминаю о Джастине, когда он попросил помощи поющий Тис. Он открыл доступ к силе, которую мы даже не могли себе представить. Говорят, корни хранителей жизни тянутся к самой Пандории, и здесь они тоже есть. Защитника Хайден. Не помню, чтобы они рассказывали о лихом перепутье. Юрвик полон неведомых чудес. Даже древний орден друидов вряд ли знает все его тайны. Ну а ладно, о Миссисипи Джонсе. Слушай, а ведь точно, мы использовали его ключ к этому месту. Наверняка он был здесь. О древнеримских чародеях. О которых говорила миссис Хо? Волхвах? Они ходили по этим тропам вне всяких сомнений. Размер их силы можно представить. Сложно представить. Знания волхвов едва не пропали навсегда. И вот мы их нашли. Нужно двигаться дальше, еще чуть-чуть. Хорошо, как скажете. Я можно вот по той тропиночке поеду? Она меня как-то... А, извините. Извините. Вообще не туда, понятно. Уже заблудилась в самом начале. Ну, классно. Привыкаешь, конечно, быстро, но первое впечатление просто вау. Но, кстати, я понимаю, почему у меня эффект вау от всех этих локаций очень быстро привыкает, потому что действительно это очень похоже на World of Warcraft. Только очень-очень похоже. Портал мы преодолели. Еще немного и окажемся в дьявольском ущелье. Дьявол! Да-да, я готова. Так. Все, портал открыт. Портал открыт в дьявольском ущелье. Боже мой! Боже мой! А, ну да. 6 лет! Сколько? Стоп! 11 лет Star Stable Online. Мы 11 лет ждали, когда это дьявольское ущелье откроется. 11 лет! Представляете? 11 лет! Кто-то из вас меньше года играет в ССО, кто-то год. Я 6 лет играю, я 6 лет этого жду. А кто-то играет все 11 и тоже этого ждал. Представляете? Я вообще... А мы что, уже тут? Вот оно, дьявольское ущелье. Дарья, ты там? В этом густом тумане не разглядишь, кто перед тобой. Проберись через мрачное дьявольское ущелье. Тинкан, Конкорд, вы где? Ау! Тише, не кричи, дружище, мы не знаем, что таится во тьме. А это мысль. Вокруг летают светлячки. Соберем их, и они осветят путь. Остерегайся красных. Это юрвинские кусачие светлячки. Как ты понимаешь, их лучше не трогать. Вау. Тихо. Не трогай меня, пожалуйста. Вау. Тут все совсем... Ай, все совсем не так, как я думала. Ага.
Так, отлично. А! Ладно, это очень опасно. И тут столько таких тропинок вниз. А, нужно всех собрать. Или нет? Просто я не понимаю. Там... Что там? Там еще какой-то, да? А! Ох! О! Вот внизу становится более интереснее. Так. Вороны. Если я подойду, они улетят? Здравствуйте. Боже мой, наконец-то! Наконец-то в ССО появилось какое-то жуткое место. Я надеюсь, оно таким и останется до конца этого видео. В котором жуткость будет в течение всего года. Я на это очень сильно надеюсь, потому что наслаждаться жуткой атмосферой Хэллоуина раз в год, это очень грустно. Вот так вот раз в год сидишь и наслаждаешься, а его надо ждать уже еще целый день, целый год. Так. Куда? Ага, вот сюда. Будьте, пожалуйста, светлячки любезны, одолжите мне свой свет. Осветите нам дорогу, чтобы не было у нас бед. Ух ты! Ух ты! А что это? Это еще один портал, да? Тут будет еще один портал. Нет? Да все интересно. Дай боже, что мы дайте мне еще одного светлячка. Yes! А! Спасибо. Так, и у нас остался последний. Так, ну понятно, я хочу здесь исследовать абсолютно все, но я думаю, мы тут везде еще успеем покататься. И у нас остался последний фонарик. О, да-да-да-да. Как всегда, я нахожу место, куда нам надо, раньше, чем мне его покажут. Ну вот, так гораздо лучше. Какая здесь акустика? Представляете, если бы здесь устроили концерт? А этому, конечно, не бывать. Не верится, что мы в дьявольском ущелье. Наверное, до нас здесь уже сотни лет не было людей. Жители Ярлхейма говорят, что дьявольское ущелье – бездонная пропасть, но мы стоим на твердой почве. Что еще мы узнаем об этом месте? Здесь так тихо, не знаю, успокаивает это или пугает. Надо найти остальных, они должны быть где-то здесь. Хм, похоже на обыкновенное защитное заклинание. Мы с миссис Холдсворт видели такое в библиотеке. Думаю, вместе мы сможем его убрать. Давайте. Ага. Ух ты. Ладно, вот эти звуки падающих маленьких камушков, когда едешь по этому мосту, вот это пугает в первый раз. Ой, игрок. Здравствуйте. А, ура! Нашли! Дарья, Лиза, Линда, это правда вы? Да, это мы. Вы здесь, в дьявольском ущелье, вы правда тут? Да, мы тут. Да, Анна, это мы. Слава Айден, с вами все в порядке. Значит, вы вырастили хранителя жизни и прошли через лихое перепутье, чтобы нас найти, да? Само собой, мы же друзья, все целы. Все в целости и сохранности, мои дорогие. Дьявольское ущелье не самое уютное их пристанище, но Сив сдержала слово и защитила нас. Боже мой, как непривычно видеть новую миссис Холдсворт. Это так непривычно. Мы словно попали в приключенческий роман. О, как я по тебе скучала-то. Не знаю, Беатрикс, я ожидала, что в этой древней загадочной бездне будет поинтереснее. Без Сив здесь как-то уж слишком тихо. Сив нет? А где она? Отдыхает.
Создание портала и путешествие вместе с нами отняли у нее много сил. И оно и видно. Она даже не смогла удержать портал до конца. Хватит отдыхать, нам нужно поговорить. Надо убедить ее отстать от Пи, чтобы ведьма наконец покинула болото и помогла с превращением Конкорд. Это не потребуется, Лиза. Мы поговорили с Сиф и пришли к соглашению. Какому? Какая красивая! Я помогу жеребенку обрести истинную форму стража в обмен на пятилистный клевер. Ага, зачем так пугать? Ты помогла Джессике украсть записи миссис Хо. Откуда нам знать, что тут нет подвоха? Я не участвую в противостоянии между темными всадницами и духовными наездниками. Вопрос в том, готовы ли вы к тому, что будет. Превращение Конкорд – сложная задача. Она станет для вас настоящим испытанием, но духовные наездницы должны действовать вместе, иначе ничего не выйдет. Мы готовы. Давным-давно готовы. Какая она красивая! Но как только она сняла маску, как-то пропорции пропали. У нее, мне кажется, слишком большое лицо для ее тела. Тогда начнем. Нам нужно многое сделать. Не сомневаюсь, что как духовные наездницы вы сильны, но вскоре мы столкнемся с чем-то столь чудовищным, к чему вы не готовы, явно не готовы. Чего? С чем? Вала сумели подчинить себе энергию хаоса, но вы сами видели, какую цену мне приходится платить за это собственным телом. Отправьтесь вглубь пещеры, загляните в омут пандемониума. Лишь так мы определим, выдержите ли вы неистовую магию, которая в нем сокрыта. Мне это не по душе, Сиф, но встать на пути духовных наездниц я тоже не могу. Анна, Алекс, Линда, Дарья, запомните, кого вы встретите у омута Пандориума? Считается, что он отражает то, что сокрыто в глубинах вашей души. Куда мне надо топать? Туда? Или нужно было по другой тропинке? А, о, огонек! Спасибо. Нужно спешиться. А как же конь? Кобыла моя, как же лошадка? Так, тут, кстати, скатики нарисованы из Пандории. Когда освободится четвертый генерал, все будут в сборе. Тогда мы начнем строить врата. Тише, кто-то идет. Это все мои воспоминания сейчас, да? Масочка. Дарья. Я не вижу, кто это, я не понимать. Что? Что? Кто ты? Сабина? Это была Сабина? Ты заглядываешь в омут пандемониума. Ничего не происходит. Теперь можно выйти из пещеры. Конечно, все очень... Пещера, давай ты не будешь ломаться после моего выхода. Можно? Пожалуйста. Не надо ломаться и делать обвал. Так, ну, я так понимаю, что из-за того, что я в порыве своего желания помочь Сабине, стерла грань между добром и злом. Клянусь, я видела ее, Элизабет. Она сказала, что я должна. Не помню, что она сказала, но мне сразу стало легче. Я никого не увидела, лишь почувствовала присутствие какого-то могущественного, кто призывал меня не сдаваться. И когда я уходила, то будто услышала перелив арфы.
Я видела себя из другой жизни, без шрамов, словно Пандоры никогда не было, но я почти ничем не отличалась от себя, как бы странно это ни звучало. В пещере был он, мистер Санд, а вокруг него из воды поднимались щупальца Гарнака, словно темный нимб. Дарья, а что видела ты? Вернее, кого? Минуточку, там была Сабина. Я когда подбежала вплотную к вот этому темному обличию, поняла, что это высоченная с длиннющим хвостом на плечо, вот такая вот в позе охранника Сабина. Это же была Сабина? Это была не Катерина, и не Элизабет, и не я. Мистера Санда? Ну я ж... Что? Мистера Санда. Ты тоже? Он был совсем как настоящий, совсем рядом. Мне передалась его грусть, его стыд и злоба. Хотя, может, это была злоба Гарнака. Почему тут нету ответ Сабина? Я видела Сабину. Это была Сабина же, да? Ум от пандемониума вас не поглотит. Значит, вы готовы к тому, что нам предстоит. Ваше новое задание — достать маски, похожие на мои. Вала, пандерианцы и даже знакомые вам маги нередко используют маски в своем колдовстве. Сегодня маски помогут вам сосредоточить свою магию. Объедини силы с Лизой Алекс, чтобы получить маску Вала. Мои верные вороны сторожат коллекцию масок, которые пока не нашли владельца. Вы уже понимаете, какое испытание вам предстоит. Я это вижу. Они не забыли, как вы пытались подпалить им крылья. И это еще мягко сказано. Как мы не знали? А вот и один из моих помощников. Следуйте за ним. Где? А. Давай. Веди. Что так высоко-то? Вау. А, это... Нормально вообще так. Вы слышали? Сив сказал, что Умут не поглотил нас. Хотелось бы знать, что нам угрожало. Я бы все равно рискнула. Подпишусь под каждым словом, Дарья. А где? Куда полетел? Птица! Где ты? Ты ж... Куда ты делся, пернатый? Мы его потеряли, да? Или у меня сейчас какой-нибудь забавный глюк случился? Ага. Это как? Сив меня немного пугает, но по сравнению с другими ведьмами, которых мы знаем, я рада, что нас не просто проглотить. Этот ворон летает туда-сюда. Он разъединяет нас, что ли? Подозрительно как-то. Ага. И как мне туда попасть? Вот здесь вот съехать. Ага. Все правильно. Мы на месте, я вижу маски. Слушайте предлагание тратить время зря, поджарить воронов и снять эти маски. Готовы? Такую жестокую тактику мог придумать только очень скверный человек. Вот это поворот, они говорят. Мы разрешим забрать маски, если вы передадите нам зачинщицу нападения. Что? Нет, мы просто пытались защитить старушек, ведьм. Вы выгнали нас... на нас страху? Нагнали. Тебя когда-нибудь били молнией? Нет. Уповай на то, чтобы это обошло тебя стороной. И представь, будь с молниями не столь расточительно. А теперь прочь. Я знаю, что делать. Не-не-не-не! Алекс, ты вытащил это из сидельной сумки? Нет!
Такими темпами наше доверие вам не заслужить. Может, просто запустим что-нибудь в маски, и они упадут? А теперь вы грозитесь чем-то в нас бросаться? Это вражда навеки. Мы молча наблюдали, но пришла пора высказаться. Предложите воронам угощение, дурочки. О, у меня в рюкзаке есть огромный запас сырных палочек. Серьезно? Серьезно? Для этого нужно спешиться. Ой, как мне не нравится эта новая функция. Для этого нужно спешиться. Ну, зная характер ворон, воронов, наверное, нас простят за угощение. Это уже интересно. Мы спускаемся. На вкус гораздо лучше червяков. Ладно, маски ваши. При одном условии. Мы будем ждать добавку каждую неделю. Ладно, ладно, мы уже спасаем Юрика темных садниц, закрываем панеренские разломы и не даем Гарнаку восстать, так что, может быть, вполне вероятно, выкроем время. Уж пожалуйста, вот маски, не обращайте внимания на оранжевые крошки. О, нас телепортнуло прям сразу. Надо же, как вам удалось заполучить маски? Я поражена. Видимо, вы владеете весьма могущественной магией. Это магия сырных палочек. Связь между духовной лошадью и духовной наездницей уникальна. Для превращения нам надо уловить самую ее суть. Помоги Ане собрать воспоминания о ее отношениях с Конкордом. Анна, тебе нужно погрузиться в воспоминания о своей жизни с Конкордом. Пройди по извилистым дорожкам и вернись в прошлое. Но откуда взяться воспоминаниям? Мы с ним никогда здесь не были. Воспоминания разлились в омуте, и теперь кристаллы и фрагменты памяти разлетелись по всему ущелью. Найди их, изучи, а затем нарисуй с их помощью синего пламени. А это наполнит маску сильной магией. Иди же, осмотрись и вспомни, что особенного было в ваших отношениях с Конкордом. Так, хорошо. А я тут при чем? Кстати, давайте... Не знаю, что и думать, с чего начать. Боюсь, мне будет больно. Очень. Ненавижу чувствовать себя такой уязвимой. Дарья, ты мне поможешь? Используй очаги синего огня, чтобы наполнить маску магией. Ну, как бы... Алло, это твое испытание вообще-то личное для Конкорда. Так, давайте посмотрим маску. Маска очень красивая, деревянная, с узорами. Чем-то напоминает мне маску отдаленно из мультика «Атлантида». Кстати, под цвет моей кофточки сегодня. Так, и что ты от меня хочешь? Я немножечко потерялась и не понимаю, куда ехать. Но да ладно. Наверное, вот ко всем вот этим чашам, да, надо подъезжать. Да. Вот мы одну активировали, и теперь нужно будет по очереди искать, какую чашу нам показывают, и бежать к ней. Ладно. Ладно, ладно, ладно. У меня вроде бы... У меня вроде бы нет географического кретинизма. Тихо, тихо, роса, спокойнее. Не повезло нам с прыжками. Давай поосторожнее немножко. Да тихо ты. В этот день мы познакомились с Конкордом. На закате мама впервые привела меня в конюшню Юрвика, а там был Конкорд. Мы сразу друг другу понравились. Я уткнулась носом в его гриву. Он пах теплым весенним днем, сеном и цветами. Тогда я поняла, что нашла духовную лошадь. Так. Дальше. Куда нам дальше ехать?
Так. Анна, а ты хочешь мне показать, куда нам ехать? А то я немножечко не понимаю. Наверное, надо вначале налево? Направо? Ой, ну да, кстати, я сказала налево и налево поехали. Только я подумала про право. Надо же, счастливые воспоминания. Трудно поверить, что когда-то я была так беззаботна. Мы позировали для Дерека, и в конце съемки Конкорд надел парик со светлыми волосами, а я огромные очки. Так, куда дальше? Ага, это внизу, это надо вниз сама ехать. Так, ну поехали в самый низ. Надеюсь, я здесь не заблужусь окончательно. Какая-то дорога куда-то. Мне так интересно тут каждый уголок проехать, посмотреть. Ну нет, вначале надо сделать задание. Так, это было где-то у воды. Вода вот здесь направо. О! А я ее догнала. Змея ползала. Надо же. Так, какое здесь воспоминание? А это первый раз, когда я... Нет, мы открыли портал во время тренировки с Фрипом. Я почувствовала связь с невероятным, необъятным миром, и это придало мне сил. Моделька Фрипа уже новая. Так, где огонечек? Вот здесь, наверное, надо нажать. Ой, туда-сюда гоняют, а? Нет, чтобы по очереди и в итоге в конце приехать куда-то конкретно. Нам надо туда-сюда мотаться. Так, ну это второй огонек после самого первого. Вот там вот вверху он. Стоп, что? Стена замка? А, это не замок, это Ярхейм. Я почему-то подумала, что это замок в осени. Немножечко локации перепутала, однако. Так, это замок Ярхейма. Так, что тут? Посмотрим. Наше первое соревнование. Мы тренировались много недель, но потерпели поражение. Разгромное. Конкорд утешил меня и мягко напомнил, что промахи случаются, но мы всегда можем попытаться снова и снова. Если бы он знал, какое значение обретут эти слова для меня в будущем. Подождите, но это же не Конкорд. Это похоже больше на коня Сабины. Чудесные воспоминания, но то, которое нужно для превращения, я еще не нашла. Давай его поищем. Интересно, что будет за воспоминания, которые... превращение обеспечат. Так. Это вообще где? Это внизу? Направо? Да, направо. Так. Анна, я, наверное, рядом с тобой сейчас буду кататься, потому что я немножечко запуталась во всех этих чашах с огнем. Куда дальше-то? Я немножко не понимаю. Опять вниз? И куда вот сюда? Нет? А куда? Ух, ё! И тут какая-то тропа.
страшнее любого сюжетного поворота. Ага, ворон зависший. Ага. Так, это вот сюда. А, это напротив, на другой стороне моста. Стой. Так, что тут? Вот оно. Это мы с Конкордом еще до Пандории. До всего этого. Здесь мы накануне отъезда на соревнования по выездке во Франции. Последние счастливые мгновения вместе перед тем, как его у меня отняли, и я пропала. Вот что нужно, Сив, для превращения. Сохраним это воспоминание и вернемся к ней. Я тебе верю, Анна. Если ты говоришь, что это то самое воспоминание, то пусть это оно и будет. Но вообще, кстати, я бы, наверное... Там же какой принцип, чтобы Конкорд смог обратиться? Нужно самое дорогое, наверное, связанное с ним воспоминание. Первый день знакомства — это немножечко не то. Оно, конечно, значимое, но не в этом смысле. А вот когда они проиграли на соревнованиях, и Конкорд ее утешал, что можно всегда попытаться снова и снова, я бы, наверное, вот это воспоминание взяла. Это воспоминание подойдет идеально. Ну ладно. Так, давайте. Пора. Момент, которого все так ждали. Я, если честно, его не ждала. Что я делаю? Все точно готовы? Вдруг мы что-то упустили? Вдруг что-то пойдет не так? Анна, все будет хорошо, мы тебя поддержим. И тебя, Конгар, ты справишься, сестричка. Они правы, девочка, все получится. Духовные наездницы, пора увидеть невидимое. Помните, чтобы наделить кого-то силой, сначала нужно ее получить. Наденьте маски, прозрейте, приготовьтесь к превращению стража. Почему у меня такая маска плохо текстурная? Один, чтобы лошадь выросла быстрее. Второй, чтобы связь с наездницей восстановить. А третий, для забытых троп между куреньев, чтобы магию с природой нам соединить. Четвертый, чтобы пробудили страж деревья. А пятый, чтобы камни с рунами разбить. Забери их, воронка. Неси по земле и в воде. Все подвластно тебе, твори разрушай, лечи и заражай. Мощь свою яви, силой хаоса ткань бытия разорви. Она призывает силу омута пандемониума, но энергия слишком неуправляема, она может... Конкорд, это правда ты? Душа солнца, носительница света Айден. Ты затмишь собой мрак, моя наездница Анна фон Блиссен. Это и правда ты? Конкорд, я не допущу, чтобы с тобой снова что-то случилось. Никогда. Боже мой, что у него за порода? Можно нам такую лошадку? Какой красивый! У меня очень плохое предчувствие. Сама земля говорит об этом.
Это было в моем видении. Что-то восстанет из недр земли. Что-то, что может поглотить весь Юрвик. Свершилось. What? Что? Я должна сидеть на лошади? Из омута пандемониума поднимается воронка хаоса. Боюсь, еще немного, и она поглотит все, что встретится на пути. Доберись до безопасного места, не попав в воронку хаоса. Она высасывает из меня силу. Уходите! Торопитесь, я постараюсь принять удар на себя. Вы ее слышали? Поехали, скорее! Нет, Вала! Ты ж... Вау! А? Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Уходите с дороги, носите ноги! А обязательно всегда все ломать, когда мы приходим в какие-то новые места? А если я не хочу? А-а-а! Это, кстати, больше похоже не на воронку из тумана, а из чего-то еще. Я надеюсь, мы сможем потом сюда вернуться. А-а-а! Тише, 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 тише. Погоди, это ворота к Ярлхейму? Надеюсь, тут нет пауков. Ну, других, больших таких. А-а-а! Тихо, тихо, тихо. Мимо. Так, Линда там скачет сзади. О, здравствуйте, Лиза. Где остальные? Почему все рушатся, когда мы куда-то приходим? Во-во-во-во. Ай-яй-яй-яй. Давай, Раса, гони, 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 гони. Он повторно стреляет в те же места, где и стрелял до этого. Я знала, что там дорога какая-то, я ее видела. Уа! Я скачу слишком быстро, да? Это выход! Где это вообще? Это около... О! Ничего себе! Какой конкурс высокий! Милый золотой песок, я готова его расцеловать. К сожалению, дальше вся запись сломалась, запикселилась и просто рухнула. Но благодаря моей подруге Приятный Ад, которая одолжила мне свой второй аккаунт, я смогла записать вам продолжение. Будем надеяться, что все сумеют удержать то, что она извлекла из омута пандемониума. Встретиться с остальными на забытых полях. Да, это было жутко. В дьявольском ущелье все спокойно, кажется. Поехали к хранителю жизни, нам стоит... нужно обсудить, и всем стоит посмотреть, как вымахал наш росток. Одна я переживаю за эту ведьму Вала, алло! Ты вела себя очень храбро, Конкорд. Я поэтому скучала. А я так рада вновь вести тебя, солнечная наездница. Пусть я не помню все, через что мы прошли, но когда мы скачем вместе, то память словно пробуждается. А что ты помнишь? Я смутно помню, что мы должны были поехать на соревнования. Уверена, со временем я все вспомню. Дарья, ты отправляйся с остальными, а нам с Конкорд нужно побыть наедине. Ну, как-то это странно, серьезно. Никто даже не беспокоится о ведьме Вала. Мне ее жалко. И мне стыдно за наездников в этом случае. А где мы вообще выбрались? Мы не около Ярлхейма выбрались. Мы выбрались со стороны аж забытых полей. Все, я поняла. Ох. Так, ну я так понимаю, до конца сюжета осталось совсем чуть-чуть. Ух ты.
Росточек-то вырос, действительно. Вау. О, Дарья наконец-то добралась. Вы заметили, что это безумно растущие корни в кои-то веки решили нам помочь? Даже удивительно. Все в порядке? Анна и Конкорд придут позже. Ну, им точно не помешает пообщаться после случившегося. Все целы? Блонди доставила нас с пчелкой в безопасное место. Как ни странно, я добралась в целости, хотя не ездила верхом уже Айден знает сколько лет. Блонди была для Анны чудесной спутницей. На ранчо Старшайна ее непременно ждет королевский уход. Миссис Холсорт, Сив не пострадает? Она боролась с той магической бурей не на жизнь, а на смерть. Вдруг она не сможет ее удержать? Уж кто-то, а Сив должна справиться с фараонкой хаоса. Уверена, она за свою жизнь не с таким сталкивалась. Боже, что за чудесная порода у Конкорда? Он такой красивый. Конкорд, ну, ты великолепна. С возвращением, маленькая сестричка. Братья, как я рада быть с вами наравне, но маленькой меня уже не назовешь, верно? Нет, ты даже выше меня будешь. Да она самая высокая. Вот это красавица. Наконец-то духовные наездницы и их стражи в полном составе. Мои герои, это нужно запечатлеть навеки, дайте я вас сфотографирую. А я в маске! Но я же в маске! Это типа возможность мне сделать скриншот? А, не. Хотя надо было, наверное, да? Итак, что дальше? Найдем темных всадниц и дадим им по пятой. Лиза! Нет, нужно отметить долгожданное воссоединение. Можно мы потом покатаемся по острову? Конкорд надо проехаться по нашим старым маршрутам. Вот и решили. Миссис Холсворт, вы с нами? Нет, дорогие мои, я отправляюсь в Морланд. Там и останусь. Мне давно пора домой. В моем возрасте пережитых приключений хватит с головой. Да и пчелы по мне уже соскучились, а я по ним. Но как же, миссис Хоу, вы нам нужны? Дорогие мои, вы доказали, что прекрасно справитесь сами. Вы есть друг друга, а больше ничего и не надо. Пойдем, пчелка, я провожу тебя в Форт Мария. Чао. Наездные духовницы, спасибо за это незабываемое приключение. Теперь я и сама могу написать увлекательный роман. Пока-пока. Так. Мне иногда очень не нравится постановка диалогов, но не ладно. Беатрикс такая милашка. Если учесть, что она прочитала все книги в библиотеке Форт Мария, наверняка роман получится невероятный. Ой, чувствуете? Почему-то запах со сладкой ватой. Странно, никакого цирка поблизости нет. Начинается буря? Сладкой ватой, говоришь? О, нет! О, да, Мезами. Идрис, вообще-то тебя не звали. У нас праздник, и я не в настроении для твоих фокусов. Устроили фете в такое время? Птички мои, неужели вы ничего не знаете? Ты про воронку хаоса? Только взгляните на нее. Жуткий закрученный перст рока, не висший над злокозненным разломом дьявольского ущелья. Ну да, мы видели, как оно появилось, Идрис. Видели? То есть вы призвали на наши головы неминуемую погибель? Вы хоть представляете, что за силу вы освободили? Зря я доверила вам пятилистный клевер. То, что вы сделали, касается не только этого места и не только этого времени, каким его воспринимает ваше ограниченное сознание.
Это событие отзовется в прошлом, настоящем и будущем. Даже я, организатор шоу Идрис, не мог предсказать, как проявит себя ваша воронка хаоса. Да, выглядит страшно, да, напугая, зато духовная наездница наконец в полном составе, мы справимся. Ох, не говорите, что я не предупреждал. Повезло еще, что не всякая юрикская букашка способна увидеть этот ужас. Лишь те, чья связь с магией срывает колдовской покров. Пока что. Аревуар, духовные наездницы. Идрис умеет испортить настроение. Кажется, он правда боится, что воронка хаоса обрушится на Юрвик. Он же не знает, что ее сдерживает Сив. Правильно я говорю? Правильно, надеюсь. Пора возвращаться в конюшню. День был длинный, лошадкам нужен отдых. Нет, не хочу. Я большой конь, я решаю, когда спать. Вот вроде мудрые волшебные стражи, живете на свете столько веков, но иногда ведете себя как дети. Поехали, Тинкан, вернемся в конюшню. Я тебя почищу. У тебя вся грива в грязи из дьявольского ущелья. Фу! Мы с Конкорд поедем исследовать юрвикские тропы. До встречи, друзья. И спасибо за все. Вот это приключение. Если захочешь прокатиться вместе, я буду на ранчо Старшайна. Все сестры снова вместе. Теперь мы готовы к любой напасти. Сив? Ты здесь. Полагаю, ты не пострадала? Ну и комедию ты разыграла. Какая нелепость. А я говорила! Следи за языком, ты скоро получишь то, зачем пришла. Или ты считаешь, что цель не оправдывает средства? Нет, тебя задело что-то другое. Ага, в темных глазах блеснуло сожаление. Соперница вернула себе былую мощь, когда ты могла с легкостью ее сразить. Нет, бороться со слабым врагом бесчестно. Не надо монологов про воровскую честь. Твой владыка знает, по каким принципам ты живешь. Хватит тянуть время. Ты все еще не отдала то, что мне причитается. Я свое дело сделала, устроила западню старой рухи Холдсворт и напугала Анну. Ладно, ваше недостающее звено дожидается здесь. Полагаю, ее терпение на исходе. Ты уверена, что она там? Я облазила все диколесья и не нашла ни следа. Обмана я не прощу. Чутье тебя не подвело. Она здесь, и не здесь одновременно. Застряла в переходной чаще, отделенной от нашего времени и пространства. Тебе лишь не хватало ключа. Я знаю, что это! Рунхамар! Колун наездника Томпсона. Легенда не врет, ты и вправду даровала ему бессмертие. Даровала. Как же? Глупец должен был догадаться, что вечная жизнь — это проклятие. Хватит вопросов. Прошу тебя покинуть наше убежище. Темные всадницы, духовные наездницы, друиды, юрикские ведьмы. Все вы здесь чужаки. Я ухожу, но если ты передумаешь и поймешь, что поражение духовных наездниц в твоих же интересах, в стане Гарнака для тебя найдется место. Какая глупость. В моих интересах, чтобы ни одна сторона не одержала верх. Сила Вала проистекает из Пандоры и Хаоса. Пока темные всадницы и духовные наездницы противостоят друг другу, нас все устраивает. А что
тут вообще происходит-то? А что так все заморочено? Все? Все, заданий больше нет, опять. Грустно. Это очень грустно, что я опять без заданий. Итак. Значит, да, задание очень интересное, локация очень крутая. Нудным единственным моментом было то, что нужно было бегать от чаши к чаше туда-сюда. По завершению нам выдали масочку. У нас появился водоворот темной материи из пандемониума. Я не помню, как он называется, если честно. Идрис нас предупредил, что мы, как всегда, что-то натворили, что вообще-то мы опять что-то из серии сломали. И не понимаем пока что этого. Темная наездница, она в сговоре с Вала получила, значит, колун. Колун? Темного наездника Томпсона. Наездника Томпсона. Происходит какая-то фигня, господа, я вам скажу. Я не знаю, что будет дальше, и, если честно, вот сейчас я действительно понимаю, что мало того, что за все эти годы ССО переделалось не только текстурно, технически, внешне, но и внутренне. Раньше, когда мы проходили все это давным-давно, когда было старое ССО, ожидалось что-то совершенно другое, более жуткое, более темное. Но с немножечко более простым сюжетом. А сейчас они это все так закрутили, умудрили, что если ты не проходил Хэллоуин... Нет. Как бы высказаться-то? То ли что ты большую историю про наездника Томпсона узнаешь в Хэллоуин, и вот после Хэллоуина, моментально перейдя в сюжетную линию, ты будешь еще что-то помнить. А если ты вначале пошел в сюжетную линию, вот в эту, а потом узнал о наезднике Томпсоне более подробно через Хэллоуин... В общем, я в расстройствах. Задание было очень крутым, очень эффектным. Надо посмотреть, работает ли это ущелье до сих пор, открыто ли оно для того, чтобы туда просочиться и погулять там. Вообще, нет, это все круто, это очень эффектно, но мне почему-то не нравится. Не знаю, наверное, потому что это уже не то ССО, в которое я когда-то начинала играть. Что оно совсем другое, и вот сейчас кардинально чувствуется разница между первой половиной заданий. Я не знаю, не могу сказать, где они заканчиваются. Наверное, до Пандории. Вот до Пандории это одни задания. Это старое ССО. После Пандории начинается новое ССО. И задания кардинально разные. Вот. Так что это чисто мое ощущение, мое мнение. Я вот прошла все ради вас. Ну, я имею в виду, показала я все это для вас. Вот. Надеюсь, вам понравились мои эмоции, особенно на момент с корнями. На это лихое перепутье. И на Сабину. Да. Так что на этом все. И я буду с вами прощаться. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. Ну и до встречи в следующих видео. А я буду сидеть и возмущенно думать, почему наши духовные наездницы иногда такие недопирающие до того, что они косячат. Пока.